Здравствуйте. Некоторые животные благополучно попали и угнездились среди мифов и легенд. Например, саламандра. Вот можно посмотреть. Это макет огненной саламандры. Нет, пятнистый, прошу прощения. Саламандра, но огненная практически такая же. А рядом она же в банке заспиртованная. Это не ящерица, а скорее родственник лягушек, хвостатая амфибия. И по непонятной причине все считают, что это огненное создание, живущее среди языков пламени, хотя огонь она любит ничуть не больше жабы. Но окраска яркая, конечно, действительно об огне напоминает. Окраска говорит, что вообще-то пятнистая саламандра ядовитая, и если вы ее попытаетесь съесть, то вам станет нехорошо и невкусно.